Всех приветствую, Одесса, 10 мая. Хочу напомнить также о том, что перед тем, как обстреляли торговый центр, был также ракетный удар по туристическому объекту. Было это примерно в 8 часов вечера. Ракеты попали в туристический объект и разрушено было 5 зданий. Также был сильный пожар, который пожарные ликвидировали. Пострадало 2 человека, их госпитализировали в больницу. По данному туристическому объекту был нанесен ракетный удар ракетами «Кинжал». Это современные гиперзвуковые ракеты, которые выпускаются с самолетов МиГ-31. Данную ракету невозможно перехватить, потому что она является гиперзвуковой. И по официальному сообщению данные ракеты не перехватываются. То есть они четко летят в цель. Они являются сверхточными и сверхзвуковыми. Также есть кадры с места взрыва в туристическом объекте. Там просто очень сильные разрушения, очень много домов разрушено. И видно, что ракетный удар был очень сильной мощности.